Ищете подарок на крестины или на первый зубок? Загляните в Кальбах Гольд. Обязательно подберем его для вас. Детская серебряная ложечка. Мое солнышко. Обычай дарить новорожденным серебряные ложки на рождение, на зубок, на крестины, укоренился с древности на Руси. Подаренной серебряной ложечкой принято слегка постучать по первому зубику, чтобы остальные выросли крепкими и здоровыми. Также серебру приписываются и другие интересные свойства. Верят, что серебряный предмет, положенный в колыбель малыша, отгоняет от него злых духов и прочую нечисть. Серебро притягивает удачу и богатство. И, конечно, нет сомнения в целительной силе серебра. Обычно ложку из серебра дарят младенцу, чтобы обезопасить его от воспалительных очагов полости рта и кариеса. Считается, что кормление такой ложечкой – это профилактическая мера. Серебро уничтожает большую часть вредных бактерий и оказывает антисептическое действие. Подарочная ложечка – мое солнышко. Из серебра 925-й пробы с позолоченными деталями. Вес ее больше 26 грамм. Длина 13,5 сантиметров. И в подарочном футляре. Пусть ваше солнышко всегда сияет.